да и тот не полон. Вавилон, барон, по миру сеет холод. Модный город, дети не знают дома. Господа, вам не туда, куда ведет вас мода, а? Фобия некрасивых фото. Красота тел от любви до паранойи, бред. Идеалы ваши, то света нету. Бруты, яркие краски, гашеные гетто нету. Запрета до портреты, персон, закон, спагон. Или звон бокалов, или прозвон. Мы выбираем смерть, а не позор. Кому как быть, как бы добыть свой запретный сон. Не жить убогим, эгоистом многим. Кому куда несел, пока просила ноги. А ты плыви вольно, дели меж ложью подлинным. И продолжай ломать всем тут фобии. Нет, я не болен, тот, кто есть и не болен. Я болен, пусть не как все, больно мне знать. С меня довольно, ведь никак в этих глазах погасать. מחפש מתנה? בחורה, אה? איפה נעלמת? מזמן לא הייתה אצלי. עכשיו בדיוק קיבלתי ירוק נצרי, מעיף אותך. אתה יודע, אני גם יכול לסדר לך עבודה. תודה. אבל נסתדר לבד, בסדר? נסתדר לבד, אה? אודאצ'י. Доброе утро. Как себя чувствуешь? Ты-то как, Андрей? Справляешься один? Нормально. Нас непрослушные пригласили. Правда? Молодцы, ребята. Идти надо. Да никуда не надо мне идти, что с тобой? Обо мне не беспокойся. Все будет хорошо. Думай о себе, сынок. Пап, сказали, что идешь на поправку. Перестань же, пожалуйста. Андрей, а ты по? Шалом. Еще вот халикам адакот бухуц? Кембет, ханиба. А то цот шам дикут ахнут и гиум. Или царим шли льот. Махалам шихайт пашет. מה זה אומר? תראה לך, הטיפול האחרון שהוא עבר, המחלה מתגברת, הגוף שלו מאוד חלש. נתנו לו תרופה מאוד חזקה, אבל אחרי שהיא לא הצליחה, לגוף שלו הרבה יותר קשה להתמודד עם זה, ואני מציע שעכשיו לא נותן לו תרופות נוספות. הוא רק יסבול מזה. ומה, אין שום דבר שיכול לעזור לו? תראה, ישנן כמה תרופות ניסיוניות בשוק, אבל אני לא יכול להבטיח שום דבר. חוץ מזה, זה לא כלול בסל התרופות. סליחה, אני לא מבין בזה. תראה, קופת חולים לא מממנת את העלות של התרופה הזאת, והיא מאוד יקרה. וכמה זה יקרה? בערך 30,000 שקל. וזה טיפול שאורך בערך חודשיים. בסדר, אם צריך, אני אעסיק את הכסף. טוב, אני צריך תשובה תוך יומיים, כי אחרי שאני אזמין את התרופה הזאת, לוקח המון זמן עד שהיא מגיעה לארץ. בלי, שזה דרמו? נברא את נרמל נבילה. תראה, אתם ידעו את הראשם.
Дороже, как рожа, что-то. Да смотри, слушай, смотри, как на дебилов, короче, типа, алфавит выучили, типа, и пришли записываться. Знаешь, по-моему, хорошо почитали. А, только энтузиазма ни хера не заметил. Бля, что ты хотел? Что я хотел? Ну это телевидение. Ну что телевидение? Ну, к ним десятки, как мы, в день приходят. Да в том-то и дело, что десятки, короче, такие дебилы, как мы, нахрен нужны, типа, бомжи. Ёпта, я земли втаешь нахрен. А что ты думал? Ну что я думал, блин? Бля, сразу возьмут вечерний выпуск новостей. И тем более мне показалось, одному из них даже очень понравилось. Так ты знаешь, что было, короче, это снисходительность. Ништяк, типа, пацаны, вон, молодцы, как балуются. Ладно, оставь, пойдем домой купим чай. Марат, чей нудите так тяжко? Ты что такое вялый? Когда мой дед лежал в окопе, у него и то была надежда. Слышь, да потому что в окопе не надо было за хату платить. Угу. Еще сахар сколько? Не сахар. Худеешь, что ли? Да нет, днях передачи смотрел. Оказывается, сахар мылом моют. Экономикой. Нет, серьезно. Передача «Малахов плюс», знаешь? Че, опять купился на этот бред? Бред? Ты когда вот допиваешь чай, у тебя есть коричневый осадок, правильно? Ну, так это и есть мыло. Слышь, если чашки мыть вовремя, а не оставлять лежать по 3 недели, короче, не будет осадка. Слышишь, вообще сейчас твоя очередь. Че, ничего умное сказали? Там диетолог был. Сказал, что лучше побольше овощей кушать, поменьше мяса. Да я, судя по нашему холодильнику, видим нереально здоровый образ жизни. Слышь, братан, ты заметил, каждый раз, когда тебя нужно, тебя нет? Чего, пропустил очередное пришествие? Не, он хотел сказать, что с тобой нам обычно больше везет. А то он с нами все время. Да ладно, может, мы ему так понравились. Слышь, а продюсер спрашивал про третьего. Был бы он с нами, короче, было бы у нас больше шансов. Он пришел, значит, не мог. Че не мог? Ты вообще до жопы все это не понял. Нахуй мы с этим диском затеялись? Слышь, хорошо, трусы не продали. Ты смотри, мне вообще все пофиг. Мне нужно 32 тысячи шекелей. Или через неделю пахана можно будет хранить. Что делать будем? Что делать? Буду деньги собирать. Слышь, не кипишу, серьезно, собираем, короче. У тебя есть что-нибудь? Есть, может, шекель 600. Если договорюсь, за квартиру заплачу 1000-2-3 наберу. У меня есть $300. Че, вот штука уже. Погоди, это то, что дома? Нормально, я недавно слал. Ладно, тогда, а что за варианты вообще? На когда это нужно? В ближайшие дни какие-то могут быть варианты. В работе спрошу, может, они тебе товарищи выручат. А суду в банке? Это не вариант. В общем, можно скрипку мою продать. Реально, блин, с какой из меня скрипач? К тому же, про родаков все время напоминает. Да ладно, отношения всегда можно наладить. Что за сумма? Я думал, бесплатно лечит. Да какое-то импортное лекарство. Что-то ему вообще плохо, он даже говорит с трудом. Да не знаю, что делать. Таких сумм в глаза даже никогда не видел. Будь я на твоем месте, я бы тоже с ума сходил. Мы будем копить деньги. Миксер там? Внутри. Давай увидимся. Давай. Самое главное в этом движении – руку поставить в сторону, чтобы можно было распределить нормальное равновесие, чтобы у вас выходило больше в пальцы, окей? Okay? Еще одно. Правая нога уходит назад. После того, как мы меняем, мы уходим в локоть. Раз. Опять возвращаемся.
Сюда, назад. И отсюда, когда мы закачиваем движение, получается, мы уходим в коленку. Когда заходишь в коленку, меняешь здесь. Движение понятно? Все, отрабатывайте. Как дела, брат? Здорово. Нормально. Офигенное место получил. Сам радуюсь, что ты. Что ты делаешь? Че, выходные? Да нет. Нужно поговорить. Пойдем на улицу, скажешь. Ну, ты стал серьезнее. Да уж, братан, что делать? Че, как сам? Как дети? Че сказать? Знаешь, растем, как говорится, дети, это рада жизни, брат. Че дальше? Можешь танцевать? Не, лучше пусть учится. Че, как ты? Как пахан? Да, если честно, не очень. Что случилось? Было дня в больнице. Врач зарядил, мне 30 тысяч нужно. Когда надо? В ближайшие дни. Смотри, братан, ты знаешь, положение там, ребенок, все остальное. Может, 3 штуки, 3,5 я смогу тебе подогнать. Конечно, братец. Давай, знаешь что? Подходи сегодня в парк, там будет сессион. Там я тебе дам бабло. Разберемся. Бери своих пацанов. Замутим, все будет нормально, ман. Это Мигдама, кому ты царих? Тьма, Моша, за Машу Лёша играть. У него то мельше, на, вы... Ну, кому кесев тагили, Андрей? Это какой он царих 30 000? 30 000? Мה קרה לך? זה מקדמה עד הפנסיה. מקדמה עד הפנסיה, משה, אני אחזיר לך עם הזמן. לא אחי, אין לי סכום כזה, תנסה בבנק. יאללה, עזוב, אני צריך ללכת, אני לא עובר. מה צריך ללכת? אין לי פה סידורים פה? צריך ללכת, ראית? А че даже пол мыть, я вчера посуду мыл? Я готовлю, ты можешь посуду, бля. Ты готовишь, я же не кушаю. Я кушаю на работе. А кастрюля-то с жарким, половина куда ушла? Не знаю, я не трогал. Чё ты не знаешь? Здорово. Я не трогал. Потом, блин. Чё, дела? Чё, у тебя как дела? Ну, как дела? Угадай. Считай, угадал. Ну вот, угадал. Блин. Толстяк, бля. Хорошо, миксер чё обещал? Ну, вот миксер обещал штуки 3. Может, получится у него даже. Ладно, посчитаем. 3. Марат 1, 4, 30 минус 4 у нас. 26. Ништяк. А, на работе, короче, предоплаты, я думаю, пробью штуки 2 еще, короче, где-то. Че еще? Еще. Скрипку можно толкнуть, короче, тоже штуки 2-3, типа, будет, типа, в самый раз. Еще. Серега собрал скрипку туда. Не знаю. Че, у тебя какие-нибудь новые варианты есть? Какие? На деньги. Какие там варианты, скажем? Мотай. Я же начал телефон пролистывать, самым таким дальним знакомым звонить. Считай, как это приятно. Что мы знакомимся заново, здравствуйте, дайте мне деньги. Не знаю. Пацаны, слышите, короче? Типа со студии только что звонили. Чё? Какой студии? Да продюсер со студии звонил только что, у нас прямой эфир завтра. Шутник. А да что тупите, короче, дурные, короче. У нас прямой эфир завтра. Мы с диском приходим, выступаем вживую. Дуб этот лысый там будет, короче. Мы прошли аудишн. Ты серьезно? Мы прошли этот аудишн, мы понравились. Понравились? Понравились? Я сказал. Че я говорил? Стой, во сколько? Завтра в 9 вечера, короче. Мы поняли эту хрень, короче. Измефтаешь. Да ладно, короче, блин. Мы прошли туда в 9 вечера, короче. Отлично, отлично. Надо будет одеться, получше. Оденемся. Да ладно. Да слышь, там он как дядя Бой, короче. Надо подготовиться, главное. Надо подготовиться. Талант. Я в Майами, талант. Идем готовиться. Ништя, короче, пошли готовиться. Важен одинаково посыл на двух языках. Как тебе такой сын? Вряд ли идеал был мой дед. Гены оставляют пятна на листах. Оставляют своих сыновей в чужих домах. Нет, не выдумал, что хотел сказать, то и говорю. Имена, интересно, чем мы носим имена. Кто, как, я пока что о своем. Жизнь уложить в альбом. Голоден на голову, больной буду понятым. Видимо, больными наплевать. Кашляем намеренно, чтоб заразить тебя. В руках судьба, на кону время. Разменять жизнь на одну лишь мгновение. Короче,
Я замутил тебе 4 штуки, брат. Спасибо, брат. Я отдам в течение пару месяцев, хорошо? Все нормально, не парься, брат. Как будешь, отдашь? От души. Реально от души. А, что у тебя вообще, что нового? Что у тебя с поэзией? Там новые темы, новые идеи, что-то есть? Есть парочку. Так, ман, ты сегодня зачитаешь. Ты не должен. Давай, идем. Беги, ты можешь бегать очень быстро, беги. Через арки, через дворы беги. Обгоняя всех и обгоняя дни. Пока есть силы, беги, ман, беги. Ты можешь бегать очень быстро, беги. למה אתה חונה פה? זה חנייה פה? לא, שלא נפריע לאף אחד, זז לא נפריע, זה לא חנייה, ואתה יודע טוב מאוד שזה לא חנייה, נכון? מפריע. אז אני אזוז. אין מה, אנחנו כבר ככה גם ככה. אתה תזוז, אל תדאג. מה זה כל התיקים האלה? תיקים שלי ושל חברים שלי. כל התיקים האלה? כן. אדוני, אנחנו זזנו שלא נפריע לאף אחד. תיון, תמפיש את שלך. מה אתה עושה, אדוני? תיון, פיש את המשך. מה אני עושה? מה אני עושה? אני רושם לך דוח, מה אני עושה? מה דוח? מה אתה רוצה? מה אתה יודע טוב מאוד? מה אתה רוצה? אין דוח עכשיו, אבל מה דוח? מה אתה מחפש אותנו? בסדר, אתה נזוז, אמר לך, אנחנו כבר מתקפלים. תן לי לעבוד, בסדר? אתה מפריע לי לעבוד כרגע. לא מפריע לך, באת. מה זה פה? תעשה לי טובה, תן לי, אני אעשה את העבודה שלי, תעשה את העבודה שלך. לא, תעזוב אותי בשקט. תחזיר לי את הרישיון שלי, בבקשה. רבותיי, תחזיר לי את הרישיון שלי, בבקשה. עכשיו הסתבכת עם משטרת ישראל. לא הסתבכתי עם אף אחד, ביקשת. תחזיר את הרישיון. תחזיר את הרישיון, Перестань. Не, это нужно сегодня или завтра. Оставь ты. Да ладно, нет так нет. Ты
лучше сам не пропадай давай. אני צריך לפגש אותך. כן, מצדי עכשיו. חשבתי באמת שהפסקת. מה אתה רוצה לקחת? אני צריך 25,000. 25,000? חברה שלך בכלל לא פריירית, אה? מה היא רוצה עכשיו? מכונית? קיצור, בחור. אתה יכול לעזור או לא? הלו, הלו. תרגיע. מה זה פה נראה לך? 25,000 זה סכום רציני. אני מכיר מישהו שאולי יכול לתת לך הלוואה. אתה צריך להבין שזה בחור לא מהרחוב. בקיצור, אני צריך לעשות כמה טלפונים. ניפגש עוד שעה. ביי. $25,000 זה הרבה כסף. אל תדאג, הוא ילד גדול. סיפרתי לך עליו. אני יכול להציע לו דבר כזה. 3 חודשים הוא יעבוד בשבילי, זאת אומרת, אתה מעביר את הסחורה לאן שאני אומר לך, תקבל דברים מאנשים, לא מסובך. כבר היום בערב יש לך לקוח. פשוט. אל תדאג, עליי. לא, לא, מה אתה חושב שאתה עושה? תשמע, גם אתה לך תזדהן עם הלבוד שלך, הבנת? איזה הבנת? בן זונה, אני עושה לך פה טובה גדולה, מה אתה רוצה לדפוק אותי? לא רוצה להתעסק בזן הזה, הבנת? איזה זין, למה יש לך ברירה? אתה צריך את הכסף או לא? מה חשבת, 25,000 אני אתן לך למכור פרחים? ידעת לאן באת. זה 25,000 שלך. חומר וכתובות. אני רוצה לראות איך שאתה לא מוסר את זה. Слышь, кончай ржать, короче, типа. Даже не придумали, что репетируем вообще. Да ладно, успокойся. Ты засел там через пару часов, потому что нужно идти уже. Ну сейчас придумаем что-то. Ну? Какую? Вот ты скажи, какую. Я думаю, золотой песок. Как тебе? Начни. Золотой песок намою, золотою пропущу сквозь пальцы, но не, он не мой. Я одалживаю и сразу отдаю. Ха, это мое дело, это там, где я стою. А, да. Нормально. Хорошая тема, короче. Нормально? Хм. Че думаешь? Не. Че? Не, не то. Знаешь почему? Русский, короче. Нужно в ритм. Не катит. Давай эту. Полис, полис. Ништяк. Ништяк. Как у тебя там идет? Сейчас. Я не помню. А та в памлю сам тец баля эдак ки. А та руцеша клиш эрна ки. Кидыша миша миха песлю халимцо. А за тату хали смог в литфок вицот колика вот. Колика вот. Блин. Че думаешь? Да не знаю.
Что-то мне там вчера думал про это. И, типа небольшой кусочек такой. Ну, как идет? Сейчас пойдет это может. А не в это макома за хлё. А не в это бахарузи. Короче. О. Приветствую. Чё выбрали-то? Цианут. Ага. Цианут. Там же ничего нет. Не готово. Сейчас будет готово. Приготовим. Так может выбрать что-нибудь, что уже готово. Что уже работает. Бэки знаем друг друга. Чё ты предлагаешь? Чё предлагаю? Да, есть что. Да даже это. Камаро, Тагидули, Альма. Зе пашу стамси над хинам. Да. Работает, не? Не работает? Сегодня что? Да. Так что есть? Я дописал восьмерку. Я думаю, вступление. Вступление? Угу. Тебя 12. Угу. Тогда я в конце сделаю еще этот, который припевный, да? Прогоним, что? Давай. Аньоэ в этом макомазе. Эхлё аньоэ в этом бэхэру зимбэ. Флё колек шаимбэ айдгаримбэ. Шли ли ютава ли худ вэ гэмэ худ. Говрим але камут. Кцат сатля. Схоким вэ хэлюмот вэ ахля вэ ешэм милит. Хале кцат шешбэш. Кцат шахмат. Коль мара кмо бэ мицхак нэгид махшэв. Ани ёшэв лё ливад вэ минацэх им хошэв. Ай! אני מזיע, סימן שאני חי עם ישראל חי, לא מתכונן למות עדיין בכל אזרח עובד זר בכל אדם שחי פה יש ישראלי מוסתר זה די מוזר, יש סף מכל דבר הרבה שפות, תרבות שונה וגם עבר שיחנה גזן, מה אתם בזם גם ככה כולנו שותים מאותו אגן בשביל זה נלחם, טוב למות בעד ארצנו ישראל זה כוח וירושלים ליבנו שמור על זה בינינו, שאיש לא יגלה למה בבילון דורך אבל זה עוד ישתנה ראה של וער אלוהים ברא אותנו בחיוך ולא נשכח מאיפה באנו אפילו צימה מן הכלל אבל אגו תופס קהל מודך נשמע בדרך כלל יום יומה מבולבל וואי וואי המטל לוחץ על הכיסים אבל יש חוק ואף תעת ינשום עמוק אל תעשה נגד החוק זה יש המשך ארוך החיים הם יפים השיח חייך לזכור את זה תמיד לא משנה לאן תלך קושי בא וגם עולה Эгаль ше и тапер Здесь пока бит не закончится, продолжай, да? Да, блин, хорошая. Отлично. Я думаю, хорошая. Че, все что ли? Давайте еще прогоним. Давай прогоним, по-любому. Еще пару раз хотя бы. Не, давайте сделаем так. Вы прогоняете? Ты свой текст не знаешь, выучи его за эти полтора часа. Ты помоги ему, выучи его бэки. Хотя они тоже не особо нужны. Прогоняйте припев. Я свой текст знаю. Так вот, ты собрался куда-то? Эти полтора часа, надо мне зайти к папе. А что, срочно, блин? Ну, нужно зайти к папе, я сказал же. Ну, давайте, повидаемся на студии. Там еще раз прогоним. Слышь, он разве не был у меня сегодня уже? Андрей! Да. Андрюх, ты же был у него сегодня уже. Да обещал зайти, это ненадолго. Давай ждем после передачи вместе. Да успею я к передаче, слышь, что с вами? Что с нами, блядь? Реально, что с нами? Что с тобой, короче, куда? Что со мной, сказал, идти мне надо. Андрей! Что, Зура? Да ничего, что не понял, это наш шанс. Бля, ты сам сюда теперь ты хочешь нас кинуть? Батя твой, пошли с нами, я сказал, идти мне надо. Ты куда собрался? Ты куда, ёпты, блядь, глухой, что ли? Куда тебе, блядь, надо, куда, блядь, ты куда, куда? Вот это дела, короче, говори, куда тебе надо, блядь? Ну, Родь, устрой мне кое-что. Ты дебил, что ли, с кем ты завязался, блядь? Хочешь на нары сесть? Чё ты орёшь? Чё ты орёшь? Он сделает ничего, кто даст мне этих денег. Не идешь никуда, блядь! Иди сюда, блядь! Оставь его! Да нужны были деньги! Вот где мне их было достать, а? Блядь, другие выходы! Какие выходы? Не было у меня! Не было! Thank you.
ха ха умер Рокки! Мазо, отхат ло гайдо! Мазо, гирус хадаш, да? Гирус руси? Гирус руси! דווקא אומרים שהרוסים משרתים הכי טוב. קיצור, תביא את הכסף. מה אתה עצבני, אחי? שלא, אנחנו חייבים לבדוק את החומר, אבל. מה, לא חשוב לבדוק את החומר? זה מאוד חשוב לבדוק את החומר. מאוד חשוב לבדוק. מה לבדוק את החומר? תביא כסף, אמרתי. מה, שלמה עצבני. אח שלי, תשב, תרגע, אולי אתה רוצה לשתות משהו? מה אתה צוחק אתה? החומר לא טוב. החומר לא טוב, אין כסף. החומר לא טוב. אז אין כסף. החומר לא טוב. אז אין כסף. אין כסף. אין כסף, אין זונה. איפה הכסף? נו, איפה הכסף? תן לו את הכסף. איפה הכסף? איפה הכסף? מה, אתה דפוק? לא, הכסף שלך. סתם צחקנו, נו, תן לו את הכסף. Тело, блин, короче, нужно подняться туда, ну. Давай подождём чуть, ну. А за воду! Что, не слышал, что ли? Блин. הבנתי נכון, הסגנון שלכם זה ראפ אנדרגאונד. זה משהו של עולם תחתון או ראפ של פשע, נכון? לא, תחת המילה אנדרגאונד אנחנו מתכוונים לראפ רחוב. כאילו, אין את זה ברדיו, בטלוויזיה, זה סגנון שמדבר יותר על העולם שאנחנו חיים בו. אז מה גרם לכם להגיע עד לכאן? אנחנו חושבים שיש לנו מה להגיד. אני מדבר איתך